приглашаем на эту сцену Игоря Монаширова, хор «Радуга надежды» и хор «Созвучие». Под ваши аплодисменты, дорогие друзья. Оперный эстрадный певец, большой друг фонда Игорь Монаширов. Обладатель гран-при 2013 года хор «Радуга надежд», город Копейск. Педагог Татьяна Николаевна Волкова. Образцовый коллектив, лауреат всероссийских международных конкурсов «Капелла мальчиков и юношей созвучия», детская школа искусств номер 9, город Челябинск. И наши лауреаты премии «Андрюша» 2020 и 2021 года. Браво!